Одним из самых таинственных серийных убийц 20 века остается Зодиак, который действовал на территории штата Калифорния. Мы точно знаем, что Зодиак убил как минимум 7 человек. Они считаются его официальными жертвами. Еще 5 убитых считаются возможными жертвами. Однако в своих издевательских посланиях загадочный убийца называл другое число – 37 жертв. Излюбленными жертвами маньяка становились молодые парочки, решавшие уединиться для своих утех в укромных местах. Однако, имели место и случаи нападения на девушек, путешествующих автостопом. Этому делу будет посвящен 3-серийный фильм. Поэтому, чтобы не пропустить новые серии, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк и напишите комментарий. 16 марта 1971 года 17-летняя Лиза Мишель Смит сбежала от своих приемных родителей. Лизу в последний раз видели садившейся в машину в Санта-Розе, примерно в 55 милях к северу от игорной столицы Сан-Франциско и в 100 милях западнее столицы Калифорнии, города Сакраменто. В те времена Санта-Роза был известен как небольшой городок в 1,5 часа езды от зарождавшейся тогда Силиконовой долины. Приемные родители девушки заявили в полицию сразу же после ее исчезновения. Как стало известно, 16 марта в 7 часов вечера девушка голосовала на дороге недалеко от собственного дома в Санта-Розе, округ Сонома. Она была одета в белую блузку с рюшами, темное пальто, зеленые джинсы, клеш и ковбойские сапоги. Больше девушку никто никогда не увидит. Ни ее приемные родители, ни ее парень. Все будут утверждать, что у девушки не было причин сбегать из дома. Однако, несмотря на их утверждения, полицейские отметят девушку как беглянку. Спустя 2 недели, 26 марта 1971 года, девушка, похожая по описанию на Лизу, на полном ходу выпрыгнула из автомобиля, который двигался в сторону Напы. Молодую девушку срочно доставили в больницу в небольшом городке в 30 милях к югу от Санта-Розы. У нее была зафиксирована черепно-мозговая травма и множественные ссадины. Медсестры сообщили полицейским, что девушка называет себя Лизой Смит. Она утверждает, что автостопом едет из Сан-Франциско в Сосолито. Она сообщила, что ехала с мужчиной на белом с красным грузовике Ford последней модели. На капоте была фигурка лошади. Он начал приставать к ней, требуя расплатиться за поездку своим телом. Поскольку мужчина не планировал останавливаться, девушка решила взять ситуацию в свои руки и выпрыгнула из кабины. Смит – самая распространенная фамилия в Соединенных Штатах. Персонал больницы сообщал, что девушке около 21 года, и она называет себя Лизой Смит. Другой личной информации она о себе не предоставляет. Власти тут же начали связывать ее с пропавшей 17-летней девушкой из Санта-Розы. Местные газеты быстро раструбили информацию, что девушка наконец нашлась. 1 апреля в газете появилась статья, что 17-летняя Лиза Смит вернулась к своей семье в Ливермор после небольшого побега вместе со своим другом в Сан-Франциско. Вот и конец истории. Приключение закончилось хэппи-эндом. Девушка оказалась в критической ситуации, но смогла выжить и вернуться к своей любящей семье. Однако газетная история была далека от правды. 17-летняя Лиза Смит домой так и не вернулась. Спустя 40 лет та же самая газета, что сначала писала о воссоединении девушки с семьей, попыталась разобраться в этом деле, взглянуть на него под другим углом. Репортеры начали искать медицинские записи Лизы, пытаться опросить свидетелей тех лет. Но оказалось, что записи утеряны, а все возможные свидетели того времени были мертвы. В итоге, следы ни настоящей Лизы Смит, ни той девушки, которая так себя назвала, найти не удалось. На данное время с момента исчезновения прошло уже 50 лет. На многие вопросы по-прежнему нет ответов. С этим делом будут связаны еще несколько преступлений, поэтому следователи считают, что дело Лизы Смит стало первым из серии чудовищных убийств молодых девушек-автостопщиц, которые происходили в Калифорнии в 70-х годах прошлого века. Округ Сонома – это довольно крупная и процветающая область на севере Калифорнии. Он вытянут вдоль берега залива Сан-Франциско, благодаря чему славится своими поистине потрясающими видами. Этот округ признают одним из лучших для проживания мест в Северной Америке, а также одним из самых благоприятных мест для занятия бизнесом.
Однако в последние 10 лет округ потерял лидирующие позиции по обоим из пунктов. Всему виной послужила очень высокая стоимость покупки и аренды недвижимости. Но в 70-х все здесь было совсем по-другому. Регион славится наличием поблизости крупных городов – Сан-Франциско, Сан-Хосе, Окленд и Сакраменто. До каждого из них не больше 2 часов езды. В регионе очень сильно развито сельское хозяйство. Округ Сонома входит в состав региона Вайн и является крупнейшим производителем вин во всей Северной Америке. Благоприятный климат и плодородная почва также делают его ведущим производителем хмеля, винограда, чернослива, яблок и превратили этот регион в сельскохозяйственный центр всего западного побережья. Санта-Роза в 70-е являлся самым большим городом округа, с населением в 50 тысяч человек. Все остальные жители округа были разбросаны по площади 1600 квадратных миль. Столь подробное описание местности дано не просто так. Именно в Санта-Розе будут разворачиваться основные события, но не обойдут стороной и все прилегающие территории. Ивона Лиза Вебер родилась в Карсон-Сити, штат Невада, 29 января 1959 года, но в детском возрасте переехала в Калифорнию. Родители Ивоны развелись. Ее мама, Шейла, вышла замуж за человека по имени Дэвид Хэрингтон. Этот мужчина стал отчимом Ивонне и ее старшему брату Марку. Вместе они проживали в Санта-Розе. У Ивонны был сводный брат Аарон и сводная сестра Эмили. Ивонна пошла в среднюю школу, где хорошо сдружилась с девочкой по имени Марин Стерлинг. Несмотря на то, что Марин была младше, из них двоих младшей всегда считали Ивонну. Марин Луиза Стерлинг родилась и жила в Санта-Розе. Известно, что в их небольшой компании верховодила именно Марин, хотя и была младше. Благодаря своему пробивному характеру ее всегда принимали за старшую. Она родилась 18 февраля 1959 года. Девочка с ранних лет испытала много несчастий. Ее отец погиб еще до ее рождения, и его жене пришлось в одиночку растить Марин и ее старшую сестру Терезу. Марин была не просто выше Ивонны, но и обладала стойким характером. Несмотря на это, они быстро сдружились с Ивонной и проводили вместе все выходные. Последний раз девочек вместе видели в пятницу вечером, 4 февраля 1972 года. Они направлялись в ледовый дворец Redwood Empire Ice Arena. Это место было открыто в 1969 году и стало одним из нескольких мест в регионе, где дети могли собираться по выходным. В ту пятницу одна из матерей девочек высадила их в 19:30 у катка. Она вернулась за девочками в 23 часа, но они не появились в условленном месте. Мама предприняла попытку отыскать девочек. На катке их не оказалось. Тогда она позвонила матери другой девочки, но та ответила, что девочки так и не появлялись дома. Женщина позвонила родителям других подруг девочек, но те их тоже не видели. Тогда матери решили обратиться в полицию. Полицейский департамент Санта-Розы начал расследование уже на следующий день. Выяснилось, что последний раз Марин и Ивонну видели в 21:00 4 февраля. Примерно через 1.5 часа после того, как мать высадила их у катка. Сообщалось, что девочки могли сесть в автомобиль, припаркованный рядом с катком. Неизвестно, садились девочки в машину по собственному желанию. Но известно, что ранее они уже вдвоем ездили автостопом. Не исключено, что и в этот раз они решили поступить точно так же. Куда они могли направиться, никто не знает. До следователей дошли слухи, что Марин и Ивонна могли встречаться с человеком, который жил в районе реки Russian River. Но что-то вразумительное, кроме слухов, в этом направлении им получить не удалось. Также есть неподтвержденный слух, что после катка девочек видели в боулинге. Полицейские провели поиски в регионе, от Санта-Роза до Кенвуда. Но все следы завели в тупик. Полицейские начали настаивать, что девочки решили сбежать добровольно. По всей видимости, они отправились к какой-то подруге и вернутся домой сами через пару дней или недель. Похоже, что власти не слишком торопились с поиском пропавших детей. И дело вообще не получило широкой огласки до конца года. Так было до тех пор, пока обстоятельства не изменились коренным образом. Но обо всем по порядку. Ким Венди Аллен родилась 22 июля 1952 года. Ее родителями были Кимбл и Роберта Аллен. У девушки была сестра Эннили и брат Роберт. Ким окончила частную старшую школу для девочек, считалась лидером в классе,
но имела репутацию довольно замкнутого в себе человека. Не любила делиться с окружающими своими мыслями и переживаниями, даже с теми, кто очень хорошо ее знал и заботился о ней. В 1972 году 19-летняя Ким училась на четвертом семестре в Санта-Рос Джуниор Колледж. В колледже она изучала искусство. Она проживала отдельно от родителей вместе с двумя соседками по комнате. Подрабатывала в магазине правильного питания в небольшом городке Ларкспер, в 40 милях к югу от Санта-Розы. У Ким не было машины, поэтому на занятия в колледж и на работу она частенько добиралась на попутках. Несмотря на опасения родителей, она продолжала ездить с незнакомыми людьми и верить в человеческую доброту. Те, кто знал Ким, описывали ее как невероятно искреннего человека, не боящегося трудностей. Помимо того, что она была скрытной, она считала, что по своей природе все люди добры и бескорыстные. Многие полагают, что именно эта черта привела к трагедии. Последний раз Ким Аллен видели в субботу 4 марта 1972 года. Девушка поймала попутку от Сан-Франциско до Ларкспера. В Сан-Франциско она гостила у друзей, а в полдень должна была приехать на работу. Рабочий день длился 5 часов, после чего девушка ловила попутку до дома в Санта-Розе. Недалеко от магазина, где Ким работала, ее посадили в машину двое мужчин. Они ехали в ту же сторону, но не до Санта-Розы. Она решила поехать с ними, полагая, что в любом случае окажется ближе к дому. Мужчины высадили девушку в городе Сан-Рафель, недалеко от шоссе 101. Там девушка планировала поймать следующую попутку. При себе у Ким был оранжевый рюкзак с алюминиевой рамкой и большая деревянная бочка из-под сои. На бочке были нарисованы китайские иероглифы. Из этой бочки девушка собиралась смастерить барабан. Большое число проезжавших мимо водителей вспомнили, что видели Ким на обочине дороги с вытянутой рукой. Но, к сожалению, они не остановились. И потом живых ее уже никто не увидит. Тело Ким было обнаружено на следующий день на насыпи, в 40 милях от того места, где девушку видели в последний раз. Это место находилось в 10 милях от Санта-Розы. В 14.00 тело обнаружили два ученика старших классов, когда катались на мотоциклах. Тело лежало внизу глубокой насыпи, в русле ручья. Полицейские были уверены, что тело в это место подбросили. Обнаженное тело Ким лежало лицом вниз, на запястьях и лодыжках были синяки от веревки. Это значит, что веревки были очень туго затянуты. И перед самой смертью девушка отчаянно пыталась освободиться. Вскрытие показало, что девушка была задушена электрическим проводом или чем-то похожим. Но задушили ее не сразу, перед этим ее пытали не менее получаса. Скорее всего, убийца затягивал удавку на шее до появления судорог. Потом давал девушке подышать, а потом затягивал снова. Это продолжалось довольно долго, прежде чем девушка скончалась. Скорее всего, Ким погибла в районе полуночи. Таким образом, в качестве причины смерти была указана асфиксия. В ее теле была обнаружена сперма. Так как в те годы о ДНК-тестировании никто и не подозревал, убийцу по этим следам найти не удалось. Однако, удалось бы определить его группу крови в будущем. На правой стороне тела девушки была обнаружена субстанция, похожая на машинное масло. Благодаря этому был сделан вывод, что жертва могла находиться в автомастерской. К сожалению, полиция была не способна опознать жертву, потому что из опознавательных признаков у Ким была только одна единственная золотая сережка. Предметов одежды или других предметов при теле обнаружено не было. Соседки пропавшей Ким Аллен обратились в полицию только спустя 4 дня после того, как было обнаружено тело, 9 марта. Именно соседки провели первичное опознание. Позднее полицейские связались с сестрой Ким из Сан-Рафеля. На следующий день она официально подтвердила, что это Ким. Поскольку тело Ким было обнаружено за пределами Санта-Розы на проселочной дороге, расследование ее убийства проводилось шерифами округа Сонома. Для этих целей было выделено 10 детективов, а также опытный криминалист. На месте обнаружения тела девушки был обнаружен смазанный отпечаток ноги. По всей видимости, убийца поскользнулся, когда тащил тело и сам упал на насыпь. Из-за высоты, с которой он упал, он мог пострадать сам. Поэтому следователи начали обращать внимание на людей с незначительными травмами. Поскольку Ким Аллен была замкнутой девушкой, не было достаточно подробных и достоверных данных о ее местоположении в последние дни жизни. Детки в последний раз видели ее за 3 дня до убийства, 1 марта.
а коллеги 4 марта, менее чем за 24 часа до убийства. Из-за этого никто не торопился писать заявление об исчезновении. Никто не знал, что девушка пропала. По показаниям свидетелей, офицеры попытались восстановить события последних часов жизни девушки. Таких свидетелей стало появляться очень много, особенно после того, как об убийстве напечатала местная газета. Следователи начали разрабатывать всех, кто общался с Ким в течение последней недели, включая двух подвозивших ее мужчин. Но с них были быстро сняты все подозрения. Подозрения пали на мужчину по имени Роберт Ли Бушон, которого арестовали в конце марта. Он похитил женщину-автостопщицу в том же районе. Угрожая ей ножом, преступник отвез ее к себе домой, раздел и связал. К счастью, изнасиловать ее он не успел, поскольку, намаявшись за день, попросту уснул рядом с похищенной. Ей удалось освободиться и сбежать. Однако связи с убийством Кем Аллен полицейские не нашли. Всего в деле было около 30 подозреваемых, однако со всех были сняты подозрения. Через несколько недель после убийства был найден оранжевый рюкзак девушки. Ее чековую книжку 24 марта кто-то бросил в почтовый ящик почтового отделения Кентфилда. На книжке были найдены два отпечатка пальцев, но совпадений с отпечатками из полицейской базы данных не нашлось. Полицейские продолжали вести интенсивное расследование, искать новые следы и улики. А потом пропала еще одна студентка из колледжа Санта-Розы. Джанет Камахеле родилась на Гавайях 10 февраля 1952 года. Детские годы она провела в Японии. Отец был моряком. В 1970 году она закончила среднюю школу в Якогаме. После школы Джанет решила переехать в США. Там она поступила в колледж Санта-Розы, тот же самый, в котором училась Ким Аллен. Она жила в городе Котати, в 8 милях от Санта-Розы. Как и у Ким Аллен, у нее не было своего собственного транспорта. Ввиду отсутствия регулярного общественного транспорта, ей приходилось ездить на попутках. Каждое утро она становилась на обочину, ловила попутку и таким образом добиралась до места учебы на протяжении всей весны 1972 года. Во вторник утром 25 апреля Джанет видели в последний раз. Она вышла из дома в 9:30, но вечером не вернулась домой. Ее обеспокоенная соседка по комнате начала звонить преподавателям и выяснила, что девушки весь день не было в колледже. Соседка сразу же обратилась в полицию. Это было около полуночи. Она указала все приметы 20-летней Джанет. В отличие от первого случая, исчезновение Марин Стерлинг и Ивоны Вебер, следователи уже не считали, что Джанет сбежала. Помимо прочего, она была уже взрослой, жила отдельно от родителей, поэтому была относительно свободным человеком. У полицейских начало расти подозрение, что эти исчезновения связаны с убийством Ким Аллен, которая также передвигалась автостопом. Следователи выяснили, что Джанет видел знакомый у съезда на шоссе 101, где она обычно стояла в ожидании транспорта. Он собирался остановиться, чтобы подобрать девушку, но его опередил другой водитель. Он был за рулем пикапа 50-х годов выпуска. В кузове стоял выцветший коричневый деревянный домик. Водителем был белый мужчина возрастом от 20 до 30 лет, с коричневыми волосами и прической в стиле афро, бакенбардами и тонкой бородкой. Судя по его позе в машине, он был довольно высоким. Но несмотря на довольно подробное описание машины и водителя, найти такого человека так и не удалось. Не удалось также найти и Джанет. 14 декабря 1972 года во овраге района Ринкун-Вэлли молодая пара обнаружила человеческие останки. Прибывшие на место офицеры были потрясены картиной. Тело обнаженной молодой девушки замерзло до твердого состояния. Судя по мусору, который покрывал тело, оно могло пролежать здесь несколько месяцев. Мусор бросали люди, проезжавшие мимо. Как и тело Ким Аллен, эта девушка была сброшена с крутой насыпи. Дальнейшее продвижение тела остановили деревья. Тело тоже было обнажено, а руки и ноги были туго связаны. По предварительным данным, эта молодая женщина умерла из-за перелома шейного позвонка, из-за чего она была обездвижена. Более тщательное обследование установило, что у молодой жертвы была сломана шея, а также имелось обширное повреждение спинного мозга. Однако официальной причины ее смерти указано не будет, поскольку доказательств, что она умерла именно вследствие этих травм, также не будет получено.
Вскрытие показало, что девушка не была изнасилована и погибла за 1-2 недели до обнаружения тела. То есть она была убита в период между 1 и 8 декабря 1972 года. К счастью, личность девушки удалось определить довольно быстро. Поначалу полицейские предполагали, что жертве от 16 до 23 лет. Но по стоматологическим картам личность удалось определить уже на следующий день после обнаружения тела. Оказалось, что девушка была намного моложе. Лори Ли Курса родилась в феврале 1959 года. После развода родителей она проживала с матерью Лоррейн. Ее отец Гомер, бывший полицейский, переехал во Флориду, бросив семью ради поиска места под солнцем. Развод родителей отразился на дочери. Она училась в средней школе и стала известна в округе как беглянка. Она часто убегала из дому и ночевала у подруг, но успокоившись, каждый раз сама возвращалась домой. Известно, что несмотря на свои 13 лет, она часто путешествовала автостопом. 11 ноября 1972 года ее мама написала заявление в полицию, когда дочь сбежала от нее прямо в магазине. Ходят слухи, что младшему брату она рассказала, что собирается остановиться у подруги, а потом двинуть на восток, чтобы повидаться с отцом. Несмотря на то, что последующие 2 недели Лори видели на прилегающих территориях, в гостях у подруг, ее последнее местоположение остается неизвестным. Некоторые подруги сообщили, что видели девушку 20 или 21 ноября, за пару дней до Дня Благодарения. Другие же утверждали, что видели ее 30 ноября, когда она ловила попутку. Следователи предположили, что Лори могла выпрыгнуть из движущегося автомобиля, в результате чего сломала шею, что и привело к смерти. Узнав об обнаружении тела девочки, в отделении полиции округа Сонома обратился мужчина. Он рассказал, что за неделю до этого видел странное происшествие. Это было между 3 и 9 декабря. Мужчина точно не запомнил число. Однако мужчина точно запомнил время – 21:30. Именно в это время он обычно возвращается с работы. Этот мужчина сказал, что видел девочку, похожую по описанию на Лори. Она вышла из жилого комплекса и направилась к белому микроавтобусу, припаркованному через дорогу. За рулем сидел белый мужчина с прической в стиле афро. Водительская дверь была неокрашенная. Создалось впечатление, что он ждал пару других мужчин, которые вели к микроавтобусу молодую девушку. Он описал автомобиль. Форд старой модели, вероятно, побывавший в аварии. Водительская дверь была не окрашена, просто зашпаклевана. Сопоставив эту информацию с неясными обстоятельствами смерти Лори, полиция начала предполагать, что девушка была похищена группой мужчин, которые заставили ее раздеться в машине и, возможно, планировали изнасиловать ее. Полицейские считают, что она выпрыгнула из машины при первой возможности, в результате чего сломала себе шею недалеко от того места, где ее позже нашли. Затем люди, ответственные за ее похищение, просто оставили ее там, вне поля зрения, где она медленно умирала, не в силах пошевелиться или позвать на помощь. Однако эта официальная версия, изложенная следователями, не могла объяснить пару вещей. Что случилось с одеждой Лори, и что случилось с серьгами, которые она носила в момент исчезновения. Полиция обнаружила 2 обруча в ее ушах, но они были без подвесок. Ни того, ни другого не было найдено на месте преступления, и считалось, что это могла быть визитная карточка нового серийного убийцы, который снимал украшения с убитых им женщин в качестве трофея. Стоит оговориться, что в те годы путешествие автостопом было абсолютно нормальным явлением, лишенным опасности. После жестокого убийства Ким Аллен в марте 1972 года на прессе потихонечку начала подниматься тема, чтобы женщины искали другой способ передвижения и что автостоп является очень опасной вещью. А полицейские привели статистику, что в округе Сонома зарегистрировано более 100 изнасилований, и 80% этих изнасилований были связаны с автостопом. Реальное же число изнасилований осталось неизвестным. В течение нескольких недель после убийства Ким Аллен в полицию начали звонить женщины с заявлениями, что они тоже были изнасилованы во время поездок автостопом. И еще больший процент подвергался сексуальным домогательствам в машинах незнакомцев. К сожалению, эти изнасилования происходили за много месяцев до начавшейся серии убийств в 1972 году. Весь округ охватило беспокойство.
Но череда убийств не прекратилась и в 1973 году.